Требуем закон, который защищает, а не убивает. Под таким главным лозунгом в Санкт-Петербурге проходит 4-я всероссийская акция в защиту животных. На митинге участвуют не только зоозащитные организации, но и простые граждане, которые неравнодушны к жестокому обращению с бездомными животными. Организаторы митинга «Россия без жестокости» уже долгие годы добиваются принятия федерального закона о защите животных. Однако в Государственной Думе из рабочей группы законопроекта были исключены все представители региональных зоозащитных организаций. Они категорически протестуют против отношения к животным как вещи, которые у нас сейчас существуют, которые не различают, например, сельскохозяйственных животных и животных-компаньонов, которые являются членами семьи. Нет никакого различия. Вот. И, видимо, для того, чтобы эти зоозащитники не мешали гладенькому обсуждению, вот, наверное, для этого их исключили. Я другого не могу себе представить. Ежедневно живодеры самыми изощренными способами убивают животных. Организованные группы разбрасывают приманки с ядом, иглами, которые приводят к мучительной смерти животных. Порой их жертвами становятся даже люди. В прошлом году, в июле месяце, был отравлен годовалый ребенок. В Севастополе отравилась девочка боевыми отравляющими веществами. Поиграла в песочнице. Пока отсутствует единый механизм регулирования численности бездомных животных, сложно сказать, сколько их будет погибать каждый день. Собаки должны быть обязательно чипированы. Все данные должны вноситься в единую базу, то есть эти базы должны объединить несколько городов. Также животное должно быть стерилизовано. Эти милые животные, несмотря на то, что живут в тяжелых условиях, всегда преданы человеку. А наш долг не только кормить их, но и защищать.